Здравствуйте, в эфире программа «Азбука потребителя», и с вами я, ее ведущая Мария Бодрова. Сегодня предлагаю поговорить о снилсе. Эта зеленая карточка есть у всех взрослых, но оказывается, она нужна еще и детям. Зачем и где можно ее получить? Разберемся в выпуске. Зеленая карточка с таинственными цифрами. У многих этот документ есть, но не все знают, для чего конкретно он нужен. Я только знаю, что он нужен для трудоустройства, вот там, и для пенсии получения, для пенсионного фонда. Зачем он еще нужен, я, если честно, вообще без понятия. У меня есть СНИЛС, но я, к сожалению, не знаю даже, для чего он мне нужен, он у меня валяется, я как бы им не пользуюсь. У меня слишком много документов, я не знаю, зачем нужен каждый из них в отдельности. Обо всем по порядку. СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счета, который открывается Пенсионным фондом России и служит прежде всего для учета пенсионных прав граждан. СНИЛС содержит информацию о стаже человека и уплаченных за него работодателем страховых взносах, о добровольных взносах на будущую пенсию. Присвоение страхового номера носит технологический характер и нужен, по сути, для того, чтобы назначить застрахованным людям трудовую пенсию. Сегодня для регистрации на портале государственных услуг необходимо в качестве идентификатора использовать ИНН и, собственно, номер страхового свидетельства. Для чего регистрироваться на портале государственных услуг? Ну, одни из самых популярных услуг – это получение паспорта иностранного, в том числе получение информации о штрафах и так далее. Тем не менее, страховой номер все равно нужен нам и даже для этих целей. Страховой номер уникален, он определяет человека в любой системе. Зеленую карточку чаще всего выдают на работе. По закону за страхователями, то есть за работодателями, закреплена обязанность анкетировать своих работников, а также в случае потери их восстанавливать. Но очень часто организации этим пренебрегают, но человек может это, конечно, сделать сам. Достаточно просто взять с собой документ, удостоверяющий личность, и обратиться, заполнить анкету застрахованного лица. В течение 3 недель страховое свидетельство будет изготовлено. Объективные сроки изготовления страховых свидетельств, конечно, значительно короче. Это вот законом установленный срок. Если ваше страховое свидетельство пришло в негодность, то можно обратиться за дубликатом. Если вы обнаружили в документе ошибку или изменили паспортные данные, в этом случае свидетельство надо обязательно поменять. Для этого необходимо прийти также с документом, удостоверяющим личность, старым страховым свидетельством и какими-либо дополнительными документами, подтверждающими факт перемены имени, например. Этого вполне достаточно для того, чтобы восстановить страховое свидетельство. Восстановление документов занимает по закону чуть больше времени. Они изготавливаются в течение месяца. Самое последнее новшество касается младенцев. Молодым родителям теперь не нужно при оформлении СНИЛСа дважды приходить в пенсионный фонд. Сначала, чтобы заполнить анкету и заказать свидетельство обязательного пенсионного страхования, а затем, чтобы забрать СНИЛС для своего малыша. Сразу с рождения в пенсионном фонде появляется свой личный счет, а значит и карточка СНИЛС. У нас происходит взаимодействие информационное с органами ЗАГС Самарской области, которые нам ежедекадно передают информацию о новорожденных. Вот на основании этой информации у нас, собственно, и открываются лицевые счета младенцам. Если вы зарегистрированы в каком-либо районе города Самара или Самарской области, то в аналогичное управление Пенсионного фонда можно обратиться и получить уже готовое свидетельство на вашего ребенка. СНИЛС для несовершеннолетнего ребенка нужен в том случае, если он находится на инвалидности и имеет право на ежемесячную денежную выплату, пенсию по инвалидности и санаторно-курортное лечение. Такие дети включены в федеральный регистр, а свидетельство позволяет идентифицировать получателя. Еще один аргумент в пользу получения СНИЛС на несовершеннолетнего – возможность зарегистрировать ребенка на портале госуслуг, где можно получить ключевые государственные услуги, бланки и информацию для получения паспорта, соцпомощи, путевок, информацию о налогах, выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в пенсионном фонде. Если ребенку больше 14 лет, то вариантов получения свидетельства масса. Многие дошкольные образовательные учреждения или школы, вузы проводят в нашей области регистрацию своих обучающихся. Если же ребенку уже исполнилось 14, то он может получить СНИЛС самостоятельно. В этом возрасте уже многие дети начинают делать первые шаги в трудовой деятельности. И если у подростка будет СНИЛС, это позволит не потерять, пусть и небольшой, но все-таки трудовой стаж, что в итоге отразится на будущей пенсии. Страховое свидетельство, да, должно храниться у самого страхованного лица. Действительно, оно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Так что бояться, что в случае утери это повлечет какие-то неприятные для застрахованного лица последствия, не стоит. Ничего страшного не произойдет.
Все вопросы, связанные с пенсионным фондом, вы можете решать круглосуточно. Достаточно просто позвонить на горячую линию. А если у вас есть вопросы к нам, то пишите и звоните. И до встречи в программе «Азбука потребителя».